Использованная на участке термоотдела номер 3 вода поступает сюда в 10 фильтров. В каждом из них по 40 тонн песка, который уложен в соответствии с фракциями в несколько слоев. Блок очистных сооружений – неотъемлемая часть современных металлургических агрегатов, в том числе и самого нового участка Северского трубного завода «Термоотдела номер 3». В этом проекте реализованы самые передовые экологические технологии, в том числе и технология оборотного цикла. Наше металлургическое предприятие добилось достаточно больших успехов. И если сказать о том, насколько замкнутый у нас оборотный цикл по воде, то можно назвать цифру 98,5%. Это мы используем воду в обороте. За час на блоке перерабатывается до 4000 кубометров воды. Именно столько составляет объем водопотребления термоотдела номер 3 трубопрокатного цеха номер 1. Вся технологическая вода подается с блока очистных сооружений на наружный и внутренний спрейер, калибровочный стан и правильную машину, а также на станцию внутренней очистки и продувки. Вся вода с помощью системы лотков поступает в яму для окалины, где происходит осветление естественным методом. После осветления вода подается группой насосов на песчаные фильтра, где и происходит дальнейшая очистка воды от мелких примесей. Узел по обработке промывных вод позволяет достичь максимально высокой степени очистки оборотной воды – порядка 99%. На фильтр-прессе получившийся шлам прессуется и подвергается дальнейшей утилизации. Лидия Соколова, Алексей Корепанов, новости 11 канала.